Сегодня у меня распаковочка. Приветствую вас, друзья, с вами Наля Беляева. Итак, начнем. Я участвую в марафоне, по протоколу у меня меню уже составлено, я его применяю. А также к меню приложены продукция компании «Сибирское здоровье». И что же мне пришло? Что же мне порекомендовал нутрициолог? Я, кстати, очень благодарна этому марафону. Там не только как бы похудеть, для похудения люди пришли, но и поправить свое здоровье. Так, вот что я выписала по протоколу. У меня Эльбифит, это пробиотик, это по одной капсуле в день в течение месяца. Для поддержания микрофлоры кишечника и пищеварения, также для укрепления нашего иммунитета. Так, следующее у нас что? Северная клюква и витамин В6 с комплексом витамина В6. Я думала, зачем мне северная клюква, когда я ее и так заготовила. Но мне ее порекомендовали к моему питанию на марафоне. Ну, клюква сама за себя говорит, что там это содержит большое количество антиоксидантов для иммунитета, а также для улучшения пищеварения, для улучшения и укрепления вашей нервной системы, для поддержания энергии. В общем, это кладезь витаминов и группа витаминов В всех. Подойдет при смене образа жизни, при смене вашего питания, а также при возрастных изменениях. Так, одной капсуле в день также. Что еще? А вот еще комплекс бета-кариотин с облепихой, усиленный витамином Е. Ну, здесь облепиховое масло богато микро-макроэлементами, биофлавоноидами. Бета-каротин – это очень сильный антиоксидант, также подойдет для пищеварения. И витамин Е, который усиливает действие бета-каротина. Кишечный фитосорбент для улучшения также пищеварения, для поддержания микрофлоры кишечника. В нем содержится яблочники, пектин, сено, которое обволакивает стеночки нашего кишечника, выводит токсины. Подходит для тех, кто живет в крупных городах, очень классно. Потом чабрец содержится с пижмой, легко антипаразитарную программу действия выполняет. И также артишок, который улучшает отток желчи. Замечательный продукт. И одна чайная ложка там на стакан воды теплой разводить и пить во время еды. Вот, северную омегу я также выписала. Для сердца, для зрения, для поддержания уровня сахара в крови, для вашей энергии. Также по 2 капсулы в день. Ну и вкусняшки. Так, натуральный жевательный мармелад с апельсином, куркумой для вашей стройности, для вашей энергии. 4 мармеладинки в день. Вот. Попробуем. И мармелад с черникой. Жевательный мармелад для вашего зрения. Также 4 мармеладинки. В общем, все. Вот она, посылочка. Все. С вами была Наля Беляева. Остались вопросы, задавайте в комментариях. Ставьте лайки. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить от меня следующие видео. Всем пока-пока. А хочу сказать, что о каждом продукте, это я по ссылке рассказала, но о каждом продукте отдельно я запишу видео. Пока-пока.